Прогулка наша по Измиру продолжается. Немножко пробивается солнце. С погодой нам повезло, хотя 3 дня обещали дождь. Гуляем с супругом. Дочка на работе, мама осталась дома. Я собираюсь гулять до вечера. Надеюсь, мой муж не будет капризничать. Самое главное, чтобы он был сыт. Сегодня четверг. 12 декабря. Где мы гуляем, не знаю. Алсанчак, наверное. Идем мы с Кунак. Станция. Хотим дойти до Алсанчака. Потом сядем на вапур. Доедем до Кашияки, там еще погуляем и уже там на маршрутке домой. Летом все эти газоны заняты молодежью, туристами, местными жителями, отдыхают. Вот бы сейчас встретить моих виртуальных подружек. Леночку, Фатиму, Аню. Ну, вряд ли они в это время здесь будут. Сейчас обеденное время.